Здравствуйте, друзья, с вами Сергей Рыбакин, это канал по видеоиш. Мы сейчас будем играть в War Thunder. Миссия называется «Утесы черных копателей». Сейчас посмотрим, что нас ждет. В эту миссию играю впервые. Возьмем давайте. Давайте с бомбардировщика. Возьмем. Так. Давайте на эту будем точку. Будем ее бомбить. Ох ты, уже противники появились. Думаю, я не долечу, поэтому давайте сейчас их будем атаковать. Сбросьте скорость. Еще крылья не отвалятся. Спасу тебя. Вот, давай. Давай же. Ай, у меня крыло подбито. Я видел, где сломался. Круто. А, он вообще уже горит. Поднимайся, поднимайся, поднимайся. Бабах. Самолет сгорел. Круто. А, давайте возьмем истребитель. Вот так вот. Все меньше и меньше кораблей. Круто, чё. Четыре очка за работу. Поднимаемся. Сейчас тебе помогу. Я думаю, столкновения будет. Ай, блин. А, я его подбил все-таки. Бомбардировщики, имеем 6 бомб. Давайте зайдем. Все.
Штраке. Не один. Блин. Сзади кто-то мочит. Круто. Оторвало крыло. Противник побеждает. Нужно контратаковать. Ну так кто спорит, то что противник побеждает. Так. Опа. Эти уже сложнее управлять. 10 секунд. Нет, это мы сегодня, походу, проиграли. Не буду класс. Лишь быстрее нужно добраться. Давай же стреляй. Попасть, что не умеешь. Сука, сзади. Ай, блин. Ай, блин. Блин, что творит-то самолет? Ай-яй-яй. О, капец. Круто. Опасно на скорость. Тут кто спорит? Ай, блин, печально. Что ж, вы... Последний самолет. Ай, так. Имеем 6 ракет. У нас имеет тоже.